Добрый вечер, Гомель. Мы приветствуем вас из вечерней студии «Беларусь 4». Осень – традиционное время для заготовок и запасов на зиму. Как проходят сезонные сельскохозяйственные ярмарки и много ли на прилавках магазинов отечественных и недорогих овощей и фруктов? Что в этом году предлагают фермерские хозяйства и каким урожаем могут похвастаться? Об этом и многом другом будем говорить сегодня с гостями студии. Самое время их представить. Заместитель председателя правления Гомельского облпотребсоюза Сергей Носов. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Начальник отдела государственного регулирования потребительского рынка Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Ирина Гребенчук. Ирина Александровна, рады видеть. Здравствуйте. Начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Ольга Пузикова. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга Владимировна. И председатель Ассоциации фермеров Гомельской области Владислав Ткачев. Здравствуйте. Доброго здоровья. Рада видеть. Итак, уважаемые гости, мы начинаем. Каким оказался сезон 2016 для производителей овощей и фруктов в Гомельской области? Ну, этот вопрос, скорее всего, более уместен для производителей. Но так как мы занимаемся плотно с ними, сотрудничаем, то, в принципе, этот год сложился неплохой. В Гомельском облпотребсоюзе темп роста по заготовке в этом году составил 106,8% к уровню прошлого года. Это говорит о том, что объемы заготовки увеличились у нас по сравнению с прошлым годом. И результат, можно сказать, положительный, а не отрицательно. И все же, как повлияли погодные условия на урожайность этого года? Ну, в этом году были такие нестандартные природные условия для выращивания, так сказать, сельскохозяйственной продукции для ее производства. Ну, сказать, что картофель в этом году совсем не уродил, нельзя. Но, тем не менее, в прошлом году урожай и качество картофеля было немножко выше, нежели в этом году. Другие культуры, яблоки тоже немножко по-разному, разные сорта, ранние, поздние, так. Но, тем не менее, в общем количестве, в общем-то, мы хуже не сработали, чем в прошлом году. Что не может не радовать. Да. Ирина Александровна, ваше мнение по поводу урожая этого года? По поводу урожая, ну, могу сказать только, мы в тесном контакте работаем с нашими сельхозпроизводителями, и по их данным, в этом году по состоянию уже на сегодняшнюю дату урожай по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше где-то процентов на 6-7. Поэтому урожай, как бы там ни было, и урожайность у них, значит, выше прошлогодней. Поэтому, как бы там неплохие были погодные условия, но мы будем с урожаем. Это здорово. Какие предприятия можно назвать лидерами в сфере производства плодово-овощной продукции? Я могу назвать некоторые предприятия, с которыми, в принципе, мы тесно сотрудничаем. Ну, мы как просто с сельхозпроизводителями сотрудничаем, так и с фермерскими хозяйствами. Мы плотно работаем с нашим Брылёво, с нашим Востоком. Из фермерских хозяйств могу выделить. Это фермерское хозяйство «Шруб», «Яблоневый сад», ну и многие другие. Мы в заготовке, в принципе, никому не отказываем. Если есть излишки, предприятия потребительской кооперации Гомельской области, они готовы всегда протянуть руку помощи и закупить ту или иную сельскохозяйственную продукцию, как от населения, так и от фермерских хозяйств, для последующей ее реализации населению по приемлемым ценам. Какие новые виды культур в последнее время стали выращивать, культивировать у нас в Гомельской области? Ну, стало востребовано очень такие позиции, допустим, среди ягод голубика вот, появилась. Очень много появилось сортов ремонтантной клубники, малины. Поэтому до самых морозов фермеры могут порадовать своих потребителей такими прекрасными сортами, ароматной малины, клубники. Хорошо, а экзотические для наших территорий овощи и фрукты какие стали производить? Знаю, что уже активно, в том числе и в Реческом районе, культивируют арбузы. Что еще? Ну, арбузы уже давно, виноград, арбузы уже как-то стало основой, дополнение той основы, которая есть у нас на территории Беларуси, и каждый хочет каким-то образом выразить себя, показать свои, в общем-то, профессиональные
способности, навыки. Фермер из Речицы как-то сказал на вопрос, а ананасы сможете освоить? Он говорит, ну что ж, ананас это всего лишь куст. Освоили арбузы, займемся и ананасами. То есть перспективы нашего фермерства радужные? Ну, потребитель, в общем-то, предъявляет определенные требования, и под них надо подстраиваться. Если раньше потребитель сам приезжал на грядки к фермеру, и фермер еще не успел выкопать урожай из земли, а он уже у него покупал, то сегодня потребитель ждет, чтобы ему привезли в таком-то виде. В таком-то фасовке. Хорошие упаковки. Хорошие, так сказать, где-то промытые должны быть овощи, где-то почищенные, уже приготовленные, и картофель, и морковь, и другие. А некоторые зацикливаются и на форме овощей. Картофелинка должна быть в картофелинку. Вот, я думаю, что людей. Наши фермеры и здесь могут удовлетворить любого покупателя. Это так? Это так? Да. Есть не только форма, но и цвет. Помимо этого, может, еще будем про ярмарки говорить. Обычно когда мы участвуем в ярмарочных мероприятиях, мы устраиваем даже дегустацию картофеля по вкусовым качествам. Варим прямо на месте, и население покупает, уже пробует вареный картофель, который предлагает, в принципе, для приобретения на ярмарочных мероприятиях. Ну что ж, очень удобно. Выбрал, какая больше понравилась, к тому же поел на ярмарке, да? Можно уже и не покупать. Действительно. Фермерство активно развивается в нашем регионе. Какова общая цифра фермерских хозяйств в Гомельской области? Ну, уже, так сказать, 25 лет фермерство на Гомельщине. На сегодняшний день где-то порядка 450 фермерских, крестьянско-фермерских хозяйств. Я больше, так сказать, склонен к крестьянским хозяйствам, потому что фермер – это какое-то иностранное слово, все-таки оно как-то немножко режет. Оно может быть лаконично, но крестьянское хозяйство, оно ближе к нашей земле. Вот. То есть количество их в этом году начало очень расти. Многие... Это связано с чем? В том числе и с условиями, которые созданы в Беларуси для развития крестьянских хозяйств? Ну, я думаю, что связано это, наверное, прежде всего с теми экономическими форматами, в которых мы находимся сегодня. Так и часть предпринимателей, которые сидели, так сказать, на быстрых деньгах, сегодня это уже не получается. Надо где-то уже сделать вложения, где-то сделать какие-то подготовки, заготовки. И люди начинают думать, где-то найти постоянное то место, где они могли бы вести длительный по времени бизнес и, в общем-то, иметь какую-то доходную часть. Мы сегодня уже можем говорить о том, что фермерские хозяйства становятся конкурентами крупным сельхозпредприятиям? Или же у них задача изначально была другой? На земле должен быть хозяин. И хозяин не один, а семьей. Вот семья, там не нужно, так сказать, какую-то, что родственные связи мешают, в общем, каким-то вопросам. Там работает вся семья, от мала до велика. И когда человек прирастает к земле, он дорожит своим детищем, своим трудом, своей землей. И отношения происходят совсем другое. Ну, примеры такие есть. Знаете, как, как приятно. Заходишь в минский супермаркет, тянешься за чищенными, упакованными овощами. Житковича, Шруб, фермер. Приятно? Очень приятно. И я радуюсь, когда мы с вами приходим в разные магазины, и шаговой доступности, и большие маркеты, так называемые, вот ГИПа. С нами прекрасно сотрудничают. Многие фермерские хозяйства нашли прямую связь. Вот, и обеспечивают нашего потребителя упакованными по, так сказать, по заявке потребителя, той продукции, которая отличается в первую очередь своей безопасностью. Безопасностью почему? Потому что она в большинстве случаев представляет собой экологичные продукты. Они из-за, может быть, не такой возможности большой фермера использовать какие-то минеральные удобрения, он использует их органические. Поэтому дороговизна минеральных удобрений заставляет его идти на шаги, в общем-то, перерабатывать то, что имеется в системе хозяйства, вот, использовать органические добавки, удобрения, ну и, в общем-то, получать результат. Может, не всегда такие красивые, как в Европе, но они безопасны для нас. Владислав Владимирович, вы возглавляете Ассоциацию фермеров Гомельской области. Насколько развито это движение сегодня у нас в регионе среди как раз-таки тех самых фермеров?
Ну, желающих заниматься крестьянским трудом на сегодняшний день, как и покажется парадоксально, увеличивается. Ко мне поступает в день по несколько звонков с просьбой подсказать, оказать содействие, помощь. Именно звонят горожане. Вот горожане, как это ни странно, становятся очень хорошими фермерами, успешными фермерами. С чем это может быть связано? С предприимчивостью этих людей? Или, может быть, с тем, что в какой-то момент им так сильно захотелось вот работать на земле? Как это объяснить? Ну, я думаю, здесь основа может быть такова, что люди все попробовали в городе, им все надоело. Хочется чего-то такого простого и земного. Вернуться к земле, попробовать вложить туда свои заботы. Вот. Ну и, в общем-то, хотели оставить какой-то след, который был бы приятен и себе, ну и, в общем-то, полезен другим. Это первая такая, наверное, возможность. Второе, что кто вышел из села, зачастую не хочет возвращаться. Извините, к навозу, вот, к лошадям, там, курям, свиньям и так далее. Ему это почему-то не хочется. Он хочет где-то в городе найти себя. А горожане стремятся, в общем, реализовать себя там, где они никогда не могли. Нужно говорить и о реализации, ведь немало проблем по-прежнему сегодня существует, но и достижений много. А выход из ситуации, развитие собственной торговой сети или же сотрудничество с крупными сетевыми магазинами и торговыми центрами, как считаете? Вы знаете, что развитие своей товаропроводящей сети – это тоже актуально сейчас, потому что здесь узкая специализация. Здесь, конечно, человек уже приходит, он выбирает ту продукцию, которая, значит, выращена непосредственно на этом предприятии. Вот, например, далеко не надо идти, возьмите у нас на крытом рынке центральные, есть, значит, торговые объекты таких, значит, хозяйств, как Парфенкова. Вы знаете, что там я никогда не видела, чтобы там не было очереди. Там всегда люди, там всегда есть вроде бы как-то и выбор, может быть, и не всегда такой широкий. Но качество продукции, цена и так далее, конечно, это все, значит, привлекает покупателей. Возьмите даже брилевские магазины, значит, Ксубрилева, фирменный магазин. Там и, значит, продукция собственного производства, она всегда даже получается дешевле, нежели она в магазинах, потому что они применяют минимальную торговую оценку или по себестоимости продукции продают. Та же самая, кроме сельхозпродукции свежей, там же продается еще консервированная продукция. Аналогичная ситуация у нас и с Ксубтепличный, и комбинат «Восток». Насколько охотно крупные торговые сетевые объекты берут на реализацию продукции наших фермерских хозяйств? Вы знаете, что здесь немножечко ситуация, ну, как вам сказать, неоднозначная. В принципе, здесь можно, значит, берут продукцию, если она конкурентоспособна, если предлагает. Вот неправильно сказал Владислав Владимирович, что сейчас покупатель, настолько большое предложение этой продукции, что покупатель уже не приезжает к фермеру, не приезжает в сельхозпредприятие и не просит, значит, приехать и забрать эту продукцию прямо с, значит, с поля, а уже ждет эту приходит в магазин и, да, хочет видеть ее там. Нет, я имею в виду торговый объект. Они уже ждут, когда к ним приедут и привезут эту продукцию. То есть здесь должны сами фермеры быть расторопными? Да, здесь будут сами фермеры и сельхозпредприятия. Здесь у нас проблема в том, что доставка продукции должна непосредственно производиться в торговые объекты. Торговые объекты сейчас предложений очень много. Приезжают не только на, значит, в торговые объекты предприятия, сельхозпредприятия местные, значит, областные предприятия, а и также поступает продукция из других регионов республики. Каковы шансы отыскать местные недорогие овощи и фрукты на магазинных прилавках ближе к весне? Скажем так, с учетом того, что организация потребительской кооперации ежегодно осуществляет закладку на межсезонный период для обеспечения наших покупателей до нового, можно так сказать, до нового урожая, потому что до самого мая месяца, мы в полном объеме для этих нужд закладываем в разрезе видов под полную потребность
плодовочную продукцию. Условия хранения по системе потребительской кооперации Гомельской области 26 овощи-фруктохранилищ, 95% обеспечены климатическими установками, которые позволяют, в принципе, сохранить данную продукцию до мая месяца и обеспечить этой продукцией всю торговую сеть. Наша торговая сеть много не мало, но почти 1300 продовольственных магазинов в Гомельской области именно организации потребительской кооперации. Кроме этого, мы круглогодично осуществляем заготовительную деятельность. И в случае, если возникнет необходимость при повышенном спросе на ту или иную продукцию, бывает и такое, что один год идет капуста, другой год лук, мы в состоянии, в принципе, это постоянно делаем под полную потребность, да, закупаем тот или иной вид сельскохозяйственной продукции. И в организациях потребительской кооперации проблем с обеспечением в межсезонный период сельскохозяйственной продукции не возникает, как правило. Ирина Александровна, есть ли что дополнить? Да, я хотела бы дополнить и сказать, что все-таки благодаря потребительской кооперации на нашем рынке проводятся товарные интервенции. Благодаря этим товарным интервенциям наши покупатели получают более дешевую продукцию. Особенно это можно увидеть даже наш центральный рынок. И всегда можно увидеть продукцию, значит, потребительской кооперации, которая реализуется. Она даже бывает в разы дешевле, нежели продукция наших сельхозпроизводителей и частных лиц. Поэтому, значит, исходя из этого, идет конкуренция и снижение цены. Это называется товарная интервенция. Что же касается зелени, еще лет 5 назад мы покупали петрушку и укроп зимой из Италии. Владислав Владимирович, сейчас ситуация, я так понимаю, поменялась. Есть и примеры положительные, если не ошибаюсь, фермер из Брагинского района. Эколь. Освоили это направление? Ну, технологии, они же не имеют границ. Вот. Если есть деньги, то покупаются технологии. Если а еще есть, и желание. Если ведь есть потребитель. Смешно слушать, когда какое-то время назад зимой итальянцам было выгодно петрушку привезти в Гомель. То, что растет рядом, то, что не проходит специальной обработки, вплоть до радиации, как умудряются обрабатывать яблоки в Польше. Так? Вот. Поэтому, конечно, наш потребитель получает более по низкой цене, более качественную. Продукт. Это радует. Чтобы этот процесс был безостановочным и фермерам удавалось реализовать свою продукцию в нужные руки, вот что для этого требуется? Может быть, есть какие-то перспективы, планы на будущее? Ну, планы одни. Это должна быть поддержка на государственном уровне. На сегодняшний день есть те издержки обращения, которые заставляют фермера работать порой в ноль. Сегодня платные дороги. Вот. Если кормовая база находится по эту сторону дороги, а потребитель, то есть животное, на этой стороне дороги, вот перевести с одной стороны на другую уже нужно заплатить. Неравные условия с государственным сектором. За счет чего фермер умудряется немножко держать баланс цен? За счет того, что он старается делать как можно меньше затрат, те, которые имеет сегодня, допустим, государственный сектор, старается выполнять часть работ самостоятельно. То есть возвращаемся к тому, что многое все-таки зависит и от расторопности, предприимчивости самого фермера. Мы сегодня неоднократно называли фамилии успешных предприятий, небольших, частных, которые известны не только в Гомельской области. Это ведь говорит, наверное, о том, что получается и у них строить работу. И в этих условиях. Я с вами согласен полностью. Вот когда говорят о хозяйстве Шруба, Михаил Григорьевич, так, многие обыватели начинают говорить, что ему же такую землю дали, там что не бросится, вырастет, и ничего делать не надо. Я говорю, вам дай замечательный продукт, и вы его испортите. То есть надо приложить желание, умение, старание, каждодневный труд, который, в общем-то, не имеет ни дня отдыха, так, а надо трудиться на земле. И заслуга, конечно, того хозяина, который смог сделать то, что сегодня мы видим на прилавках наших магазинов, на то, что это действительно достойная
хозяйство, которое может быть примером для многих других. Вернемся к вопросу заготовки и хранения сельхозпродукции. Сергей Николаевич, какой ее объем удалось заготовить в этом году? За 9 месяцев у нас положительная динамика по заготовке сельхозпродукции сырья в целом. Если раньше мы от населения в основном учет вели, сейчас мы закупаем данную сельхозпродукцию и от фермерских хозяйств, и от сельхозпроизводителей. Ну и никогда не забываем про население. Если смотреть по удельному весу, ну, все-таки у нас заготовка от населения идет порядка 60% от общего объема. Поэтому мы плотно работаем с населением. Каких овощей, фруктов, ягод в этом сезоне заготовили больше всего? Это по-прежнему и клюква, и грибы, и яблоки, и картофель. Если в разрезе видов смотреть, то в этом году мы неплохо поработали по заготовке дикорастущей продукции, это черника. Значительно ее объемы увеличились, там порядка 147% к уровню прошлого года. Ну и по культурным видом сельскохозяйственной продукции. Мы постоянно занимаемся по одним и тем же видам, и объемы не ниже, чем в прошлом году. Насколько выгодно населению сдавать продукцию заготовителю? Я так понимаю, заинтересовать можно сегодня человека только рублем, ведь так? Ну, не только рублем. Вы уж поймите, если есть излишки, чем сгноите у себя там под тем же деревом, если это яблоко касается, или в земле, так почему не заработать на этом? Можно в любом торговом объекте, это что касается в райцентров, у нас же не только заготовители осуществляют закуп сельхозпродукции, но и осуществляется заготовка через торговую сеть тех или иных райпо подведомственных организаций наших. Если излишки, население может прийти в любой торговый объект, есть в каждом торговом объекте уголок с датчика, в котором, в принципе, и цены, и условия, все расписано. Да, наличие, все расписано. Какой вид, почем предлагается сдать, а нам закупить того или иного продукта. Нам, как потребителям, с Катей, безусловно, интересно, какой контроль за безопасностью продуктов питания, которые принимают все население, грибы, сегодня ведется. Ягоды. Ну, что касается безопасности продукции, само собой разумеется, вот, вся продукция, которая закупается, подвергается лабораторному контролю. Это и на радиационный контроль, это и наличие пестицидов. Это все необходимые анализы для нашими организациями производятся для того, чтобы обеспечить безопасную, качественную продукцию для населения. Все эти анализы мы производим. И анализы производятся бесплатно. Население приносит, берется отбор. Проводятся анализы, если продукция нареканий не имеет, она дальше идет в торговую сеть. Если есть какие-то вопросы, возвращаем обратно уже с датчиком. В самом разгаре ярмарки выходного дня, что сегодня предлагают эти площадки нашему населению? В целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукции, а также продовольственными и непродовольственными товарами, Гомельским областным исполнительным комитетом совместно с Гомельским городским исполнительным комитетом, а также районными исполнительными комитетами, начиная с сентября месяца, в области организована работа сельскохозяйственных ярмарок. Помимо сельскохозяйственной продукции, на этих ярмарках реализуется широкий ассортимент продовольственных товаров, таких как колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыба, в том числе прудовая, молочная продукция, а также непродовольственная группа товаров – это саженцы, сельхозинвентарь, хозяйственные товары. Что также пользуется спросом. Что также пользуется спросом, да, у населения и многое другое, в том числе мед и продукция пчеловодства. Владислав Владимирович, я так понимаю, ярмарки, осенние ярмарки – это хорошая возможность, в том числе и фермерам, показать себя. Однозначно, ярмарки для фермера – это то время, когда он может поправить свое материальное положение, так? Компенсировать затраты, которые были произведены тем, плаще, что по большому счету, ведь выгода-то обоюдная. Народ, потребитель получает то, что он хочет, сам выбирает. Первые дни ярмарки никто ничего не покупает, все ходят, смотрят, изучают цены. На второй день начинают делать уже выборы и конкретные покупки. Фермеры. А праздник-то какой? Настроение у людей самое замечательное, важное, музыка. Что традиция ярмарки – это праздник. И по большому счету очень радует, когда
проводит, ну, я ставлю примеры, хочу немножко дополнить со своей стороны на будущее. То есть, когда проводит потребительская кооперация свою так ярмарку продаж, где организовывают это убранство, эту красоту, все остальное, это приходишь, попадаешь в какой-то сказочный город. Так. Приятно было наблюдать, особенно в этом году, как управление образования проводило. Это и военно-полевые кухни, где продавали кукурузу горячую, прямо початки вытаскивали, горячий народ покупал. Потом много и других кустарных изделий продавалось. То есть много-много-много было того, чтобы человек пришел не только, так сказать, купить картошки в мешок, но и, по крайней мере, получить еще удовольствие от того, что он увидит, услышит. Ох, как картошка это ему запомнится, правда, на весь холодный сезон. Вы так рассказывали, что практически нам всем захотелось пойти на ярмарку буквально так завтра. Вот этот почин я хотел, в общем-то, с управлением торговли. Вот, в этом году я подготовил программу, ну, уже на следующий год, где будет фермерская команда, фермерская площадка, где мы должны показать, дополнить то, что уже положено этими организациями, которыми я немножко раньше говорил. Как предложение. Вот. И так хотел бы, чтобы это была поддержка, ну, теми вопросами, которые я в этом году вам задавал. Мы вот сегодня неоднократно подчеркивали, ярмарки для населения – это настоящий праздник. А в чем слагаемое вот этого самого праздничного настроения? Это же ведь не только приятное с полезным, то, о чем Владислав Владимирович говорил, не так ли? Ну, главная цель торговли – это удовлетворение спроса населения. Если, в принципе, покупатели, которые посещают нашу ярмарку, уходят с нее довольны, значит, в принципе, мы, наверное, правильно работаем. Конечно, проведение ярмарок сопровождается тематическим оформлением подворий, какой-то концертной программой, музыкальным сопровождением. Также там проходят всевозможные розыгрыши, беспроигрышные лотереи, дегустации, ну и, конечно, широкий ассортимент предлагаемых товаров. Ну и, конечно, ценовой фактор не может не радовать. Стараются организации торговли и другие участники, которые принимают участие в ярмарках, все-таки применять минимальные торговые надбавки. Да. Ну и проводятся же всевозможные акции, в том числе и совместно с производителями, когда производитель со своей стороны дает какую-то скидку, и плюс организация торговли скидку тоже со своей стороны за счет уменьшения торговой надбавки. Сергей Николаевич, вы с семьей уже успели закупиться на ярмарке на зиму? Что касается закупок на межсезонный период, у нас в семье такое не принято. Мы никогда на зиму, как в старые советские времена, там по 5 картошек в подвал, мы этого сейчас уже давно не осуществляем. Сегодня потому все есть в магазине. Круглый год в любом магазине, в том числе и в наших магазинах потребительской кооперации, можно купить качественную, свежую плодовочную продукцию. А вы тем более знаете, где ее можно купить, правда? Мне этого грех не знать. То есть каждый выбирает для себя. Кто-то хочет по привычке заготовить ту же картошку, о которой вы говорите. Пожалуйста, милости просим на ярмарке. Хочешь круглый год покупать овощи и фрукты, будем надеяться, в том числе максимально местного производства, в сеть магазинов. Ирина Александровна, вы что считаете, как правильнее? Ну, правильнее вообще у каждого свой выбор. У нас микрорайоны есть. Конечно, люди, значит, жившие в многоэтажных домах, не все могут себе позволить, значит, определить место хранения для овощей. Поэтому я знаю столько много знакомых, которые точно так же, как Сергей Николаевич, не заготавливают, значит, на межсезонный период овощи. Но есть категория людей, которые любят, и без этого они не могут. Например, как моя семья. Мой муж обязательно должен 2 сетки лука заготовить. Плюс как бонус праздничное настроение. Конечно. Поэтому здесь это каждый выбирает себе сам. Поговорим немножечко о географии проведения осенних ярмарок. Это ведь не только областной центр и крупная площадь Гомеля, но и небольшие населенные пункты. Да, ярмарки у нас организованы во всех регионах Гомельской области. По предварительным данным, это будет порядка 300 ярмарок. На сегодняшний день уже проведено 200 ярмарок. Но я хочу сказать, что помимо еще вот этих ярмарок выходного дня, расширенных, у нас еще организована реализация сельскохозяйственной продукции на 29 ежедневных площадках, которые размещаются не только в городе Гомеле, но и в других регионах Гомельской области.
более подробную информацию о том, где проводятся ярмарочные мероприятия, то есть о времени, месте проведения и режиме работы, можно найти в сети интернет, потому что данная информация размещается на официальных сайтах Гомельского горисполкома и районных исполнительных комитетов, а также в местных СМИ, газетах, на радио. Что же касается сроков проведения подобных народных праздников, как долго еще будут они продолжаться? Ярмарочные мероприятия начались у нас с середины сентября. Изначально планируется, что они будут продолжаться до конца октября, но при наличии благоприятных погодных условий они будут продлены еще и в ноябре. Как быть пожилым людям, есть ли возможность доставки сельхозпродукции на дом, и всем ли она по карману, эта услуга? Такая возможность есть. Я не могу сказать, конечно, что все организации, участницы, которые принимают участие в сельскохозяйственных ярмарках, могут позволить себе организовать бесплатную доставку, но такая возможность есть. Но часто производители продумывают и этот вариант. Это чуть дешевле получается, чем вызвать такси, к примеру, частное, грузовое. Да, я с вами согласна, но я еще хочу сказать, что вот в рамках проведения празднования Дня пожилых людей 1 октября Главное управление торговли и услуг Гомельского облсполкома инициировало такую акцию бесплатной доставки именно для лиц преклонного пенсионного возраста. Большинство организаций участниц все-таки откликнулись на проведение. Поддержали, да, эту поддержали эту инициативу. И вот у нас было такое мероприятие приуроченное. Ну, если те, у кого нет личного автотранспорта, и тоже может понадобиться та самая доставка, Сергей Николаевич. На ярмарках, когда мы проводим или участвуем в этих ярмарочных мероприятиях, мы всегда организуем доставку транспорта. У нас есть унитарное предприятие «Гомельская автобаза» Гомельского облпотребсоюза. Привлекается транспорт для доставки сельхозпродукции, для доставки сельхозпродукции населения в любой микрорайон города Гомеля. Расценки там приемлемые, проблем с доставкой сельхозпродукции при проведении ярмарочных мероприятий не возникает. Фермеры готовы, в общем-то, выполнить условия поставки, доставки до места потребителя бесплатно. Почему? Потому что зачастую приходит покупатель, выбрал нужную ему, допустим, картофель, лук, морковь, свеклу, вот, и договаривается с фермером, а могли бы вы мне доставить? Хорошо, записывается адрес, там, телефон и так далее. И фермер в том объеме обеспечивает доставку бесплатно. Ну, наверное, такая услуга оказывается в случае, если объем большой. Да, ну, обычно бывает так, что, допустим, в район аэродрома старого, так, собирается, допустим, где-то 5 покупателей. Вот счастливые обладатели бесплатной доставки. Вот. Я думаю, что со временем это будет входить уже в стоимость товара. И по большому счету покупатель будет радоваться, что ему доставили и даже занесли бесплатно. Что ж, уважаемые гости, спасибо за этот интересный и полезный разговор. Доброго вечера вам и вашим близким. Ну что ж, а мы на этом не ставим точку. Продолжим беседу сразу после короткой рекламы. Добрый вечер, Гомель. Преобразилась наша студия, и мы продолжаем. Продолжаем говорить об овощах и фруктах, и не можем не пригласить к обсуждению этой темы непосредственных производителей. Итак, у нас в гостях глава фермерского хозяйства в Гомельском районе Леонид Парфенков. Добрый вечер. Добрый вечер. Представитель династии фермеров из Реческого района Виктор Хоминок. Да. Добрый вечер, Виктор. Здравствуйте. Фермер из Ветковского района Гомельской области Олег Добуляк. Олег, добрый вечер, рады видеть. Добрый вечер. И создатель букетов из овощей и фруктов Татьяна Галова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы начинаем. Леонид Леонидович, первый вопрос вам. Каким урожаем овощей и фруктов может похвастаться ваше фермерское хозяйство по итогам сезона 2016? Ну, по итогам 2016 года можно похвастаться стабильным урожаем. Урожай стабильный, больших изменений урожайности не произошло. Хотя по некоторым культурам, он, конечно, в связи с засухой последних двух лет, он ниже урожайность. Можно только ответить, что проблема у нас с урожайностью груши. Ну, это следствие 2015 года. А именно что произошло? Но в 2015 году был пик развития такого вредителя по грушевых садов, как грушевая медяница, их два вида, но вот они были. И груши были немножко, угнетены.
следующем году, в принципе, должно быть все хорошо. Олег Виктор, насколько погодные условия повлияли на ваш урожай в ваших фермерских хозяйствах? Влияла засуха сильная, и очень развелись последние годы майские жуки, личинки майских жуков, которые уничтожают корневую систему на все растения, которые существуют на планете. То есть эти вредители не только полюбили картошку белорусскую уже давно, но еще и достаточно экзотические культуры. Они едят все, что у них есть на пути. И даже лаванду? Даже лаванду. Погода, она это всегда имеет определяющий, наверное, один из первых факторов в работе фермера и вообще в сельском хозяйстве. Ну, в принципе, мы были к этому готовы. У нас работает хороший штат профессионалов, которые знают, что делают, и поэтому как бы не могу пожаловаться на матушку природу. Леонид Леонидович, признаюсь честно, уже который год моя мама покупает помидоры только производства фермерского хозяйства Парфенкова, и это не реклама. Скажите, вот приходится часто слышать от нее рассказы о высоком качестве и о большом спросе. Очереди не перестают расходиться из объектов торговых в Гомеле и районах. В чем секрет? Ну, секрет, скорее всего, в нашем коллективе, его любви к тому, что мы производим. Вот. Может быть, помидоры просто у вас самые вкусные? Ну, так может сказать каждый фермер? Скажем так, сделал нас любовью. Помидоры, ну, к этому шли мы не один год, чтобы достичь, получить этот результат. Но это ведь не только, наверное, сама продукция, но и торговая сеть. Все в комплексе, ведь правда? Все в комплексе, да, конечно. Значит, все здесь работает в комплексе. Начинается, чтобы получить такой помидор, продукт, нужно начинать с самого начала, то есть с семечка. С самого начала. Как и ребенок, говорится, если начнешь... Нужно воспитывать ребенка, пока он лежит вдоль лавки. Когда он лег поперек, уже поздно. То же самое и с продукцией, с этим. Нужно заниматься с него сначала от обработки семян, дальше от закалки и до реализации. Постоянно должно быть внимание. Если этого внимания нету, значит, ну, нету и результата. То есть такого, какой бы хотелось. Кстати говоря, знаю, не так давно освоили новый сорт томатов, который отлично подходит для консервирования в том числе. Сорта наших томатов, которые мы реализуем для продажи, они все подходят под консервирование и очень хорошо ведут себя в консервациях. И не теряют своих... Ну, помидор вообще такой интересный продукт, который не теряет своих полезных свойств в любом виде. То будь то томат-паста, будь то консервированное в виде, будь то он как... Он, во время приготовления. Да, он не теряет своих свойств. Угу. Поэтому все полезные, то, что заложено в помидоре, оно остается при всех видах переработки. Какие еще сельхозкультуры выращиваете в фермерском хозяйстве? Овощей мы производим всю корзинку, значит, и свеклу, и морковку, и капусту мы производим. Перец, сладкий перец производим. В этом году впервые начали немножко производить небольшим количеством острый перец. Ну, для своих торговых точек, где должна быть, вот люди покупают томаты или что-то для консервации, должен быть присутствовать перец, значит, острый перец. Ну, мы немножко уже начали производить ию. Какой масштаб вашего предприятия сегодня? Как много сортов вы выращиваете тех или иных овощей и фруктов? Ну, масштаб предприятия нашего небольшой. У нас всего лишь 80 гектар сельхозземли, округленно сказать. Поэтому мы ограничены в рамках вот этих 80 гектар, где, кстати, половина у нас занята садовыми культурами. Это яблоня, груша, значит, и мелкокосточковая продукция. Что нужно для того, чтобы жители... далеких от Гомеля районов, ну, говорю пока, по крайней мере, про Гомельскую область, могли попробовать приобрести грушу вашего сельхозпредприятия. Ведете работу по расширению торговой сети? Ну, пытаемся этого делать. Насколько у нас это получается? Значит, вопрос не из легких. Вопрос не из легких, да. И завоевание новых рынков нас там, сейчас сказать, не ждут. Не то чтобы не ждут, но некоторым это, как говорится, не хотелось бы нас там видеть. Но... Конкуренция, это конкуренция, понятно. Да. Нашу продукцию приобрести можно практически по всему городу Гомелю. Это центральный рынок, Давыдовский рынок, такое, Новобелецкий рынок, Володовской рынок, Сельмашевский рынок, Костюковка. Также мы ездим, торгуем на Будокошелево.
Ну, одни занимаются выращиванием и переработкой овощей и фруктов, другие же создают настоящие произведения искусства из собранного урожая. Татьяна, я так понимаю, это сегодня тренд сезона. Можно сказать и так, потому что сейчас очень популярно стало здоровое питание, правильный образ жизни, и поэтому такие букеты можно отнести именно к этой категории. Это и красиво, и очень вкусно, как ни странно, и это можно преподнести в качестве хорошего, здорового, вкусного подарка. То есть это полезный подарок, витаминизированный, которые прибавляют калории. Это подарок полный витаминов и на различную тематику, или фруктовую, или овощную, или комбинированную. Вот, к тому же всегда можно дополнить такой букет парой-тройкой цветов, и это получится действительно праздничный подарок с хорошим смыслом. Как насчет экспромта? Вот прямо сейчас здесь, в студии «Беларусь-4». Можно попробовать. Такие яблоки аппетитные, если честно. Они очень красивые. А груши, посмотрите, какие. Груши, если да, понадобится, и морковка есть, и лучок, и картошечка, и, в конце концов, лаванда у нас сегодня в студии представлена нашими фермерами местными. Татьяна, тогда приступайте. Вы принимаетесь за работу, ну а мы продолжим общение. Ну что ж, а из Гомельского района отправимся в Речицкий район. Там мало кто не знает вкус овощей и фруктов фермеров Хоминок. Виктор, расскажите, правда ли, что снабжаете своей продукцией практически весь Речицкий район? Ну, практически весь и снабжаем. Кого можем охватить, вот. Наша, скажем так, сбытовая сеть работает именно на то, чтобы произвести и доставить до потребителя рознично-торговые сети, допустим, столовые, больницы, то есть пищеблок. Мы занимаемся именно производством и поставкой. Буквально коротко о продукции, чтобы зрителям было понятно, что успешнее всего реализуется. Ну, мы живем в Республике Беларусь. Естественно, успешнее всего реализуется картофель. Конечно. А такой крупный, с которым вы приехали в студию, так да. Точно? Этот сорт называется «Королева Анна». Вот. Это новый сорт. Мы буквально 2-3 года только его выращиваем. Вот. Это очень удобно. Для тех, кто не любит чистить картошку, взял 3 картошины, аккуратно почистил и пол кастрюльки. Вот мне всегда было интересно, кто придумает название сортам овощей. «Королева Анна». Какая связь? Вы знаете, у нас в Беларуси, вот я заметил такую тенденцию, когда мы реализуем товар, у нас говорят, главное, чтобы картофель был вкусный. То есть у нас вот особенно люди пенсионного возраста любят картофель, который вот разваривается. В принципе, из личного опыта могу сказать, что особенно когда на ярмарках вот происходит закупка овощей на зиму населением, как-то вот не интересует название людей. Их интересует лёжкость, то есть сколько как хранится, да, и вкус, в первую очередь вкус. Бывает, что даже вот мы людям просто даем на пробу пару картофелин, они ее идут варят, и потом уже приходят и покупают. Все для любимого покупателя. Семья Хоминок, целая династия фермеров. Расскажите о том, с чего все начиналось. Начиналось все после развала Советского Союза. Значит, в 1991 году мой дедушка, после того, как наш колхоз немножечко пришел в упадок, взял первые 60 гектаров земли и организовал один из первых в республике фермерское хозяйство. Я представляю, что тогда говорили местные жители: «Зачем тебе это надо? Столько работы. Вы знаете, так и говорили. Так и говорили, потому что большинство людей было, особенно на селе, которые именно и работали в колхозе. И люди, они не видели другой альтернативы. Вот. Но в дальнейшем мы развивались, и мой отец, его сын тоже, он взял тоже 100 гектар и осуществляет на них свою хозяйственную деятельность. Сегодня уже и вы, и, наверное, ваши будущие дети или настоящие дети тоже будут этим заниматься. Я окончил университет и после этого открыл свое фермерское хозяйство. Почему решили вернуться к земле? Учились-то в городе? Долгое время проживали в городе? Ну, знаете, я вообще учился на специальности международные экономические отношения. Вот. Но вы знаете, как-то вот душа вот у меня лежала именно к этому, потому что, наверное, с детства я... Для меня примером были отец и дедушка. Вот. Тем более у нас вся семья работает вместе. И мама, и дядя, и сестра, и ее муж сестры. В общем, у нас
дружный коллектив, поэтому... Это уже один большой, успешный семейный бизнес. Это одно слагаемое успеха. Я думаю, что полученное вами образование поможет развивать рынки сбыта не только в Беларуси, но и за пределами. Планы такие вынашиваете? Вынашиваем и, несомненно, хотим, но не все упирается в желание, все упирается, естественно, в возможности и в состояние на внешних рынках. Сейчас, к сожалению, внешние рынки немножечко просели, и мы в этом году себе на этом, ну, я вижу, ощущаем. Думаю, вряд ли кто-то из вас не согласится. Бизнес на земле один из самых непростых, пожалуй. Олег Викторович, а вот зрители, я думаю, пока слушали наш разговор, думают, как все просто. Тут лаванду сажают, ведь это действительно тяжелый труд. Очень тяжелый труд. И выращивать и яблони, и эти груши, и картошку, и лаванду, и разные декоративные культуры. Ну, это наша работа, это наша профессия, и мы любим, наверное, эту профессию. И все же, как удается держать планку вот на протяжении такого долгого времени? Мало того, что держать планку и развиваться, наверное, ставите каждый год перед собой определенные задачи. Давайте вспомним, какие задачи были пару лет назад и что в планах. Я вам скажу, что для этого мы и живем, чтобы что-нибудь создавать, чтобы что-нибудь реализовать в жизни и показать нашим детям. Чтобы развиваться. Развиваться, да. И надеемся, что наше потомство вырастет и в дальнейшем будет заниматься этим же делом. Поддерживать это дело. То есть задача построить успешный семейный бизнес, ведь так? Здесь речь идет о семье в любом случае, верно? Совершенно верно. Отец мой, который взял землю и в 91-м году и занимался фермерским хозяйством, теперь я работаю с ним, продолжаю. Значит, я надеюсь, что мои дети тоже сменят меня на работе. То есть развитие очень интересное. Это интересный бизнес, если тебе это нравится, и тебе душа к этому лежит, это очень интересно. Я говорю, что я тем доволен, что я люблю свою работу. Мне интересно садить сады, мне интересно выращивать груши, мне интересно выращивать новые сорта помидор, искать что-то постоянно. Это же тоже поиск идет. Ведь не думаете, что это просто так вот посадил что-то и забыл это все. Это поиск чего-то нового, поиск новых сортов, поиск новых возможностей в этом. Пути реализации этой продукции. Найти. Это же интересно. Мало того, что произвести нужно хорошо, нужно еще хорошо это реализовать, найти, то есть создать коллектив, заинтересованный коллектив. Ведь все мы работаем в коллективе. Вы знаете, сколько энтузиазма в вас, прям вот сидим и радуемся, правда, Саша? Конечно. Виктор, ваше фермерское хозяйство, на какую продукцию делает акцент? Мы делаем акцент на овощную продукцию. В ближайшие пару лет мы планируем заниматься ягодами, в частности. И уже начали, да, насколько знаю. Занимаемся. Земляника садовая, то есть это клубника в простонародье. Что еще? Малина. То есть эти вот культуры, которые в Реческом районе не очень это развито, мы планируем заниматься именно этим. Да и, в принципе, и в Гомельской области оно не сильно развито в этом направлении, именно ягоды. Вы планируете ягоды развивать для продажи местным жителям в том числе, или же все-таки для экспортировки? Потому что знаю, что многие, в том числе предприимчивые граждане в том же Гомельском районе, успешно отправляют ту же малину в Москву. Знаете, я скажу так. Всегда во всех отраслях всегда все делается для потребителя. И все же в чем преимущество реческой ягоды в сравнении с привезенной южной? Очень просто. Когда ввозится южная ягода, это транспортировка, это растаможка, это очень, очень большой спектр работы, который, допустим, растаможка та же, она увеличивает стоимость. Но дело даже и не в этом. Дело в том, что сорта, которые сюда поставляются, они рассчитаны на длительное хранение. Обычно такие сорта по вкусовым качествам, они немножечко уступают. Местные это, производители ягод, в первую очередь, это система логистики. Система логистики что в себя включает? Мне гораздо проще вам привезти из Реческого района сюда и продать, чем вы дождетесь
грубо говоря, турецкой, допустим, тоже клубники, которая стала у вас на границе. А к тому же свеженькая, только что практически с грядочки. Ну, точнее, а как насчет переработки? Плантации. Занимаетесь этим? Мы занимаемся, да. Мы планируем открыть свой консервный цех, который будет заниматься переработкой ягод и других культур. То есть то самое малиновое варенье тоже к вам? Тоже к нам. Компотик ваш? Да. Можете рассказать, что сегодня привезли? Здесь у нас клубника, малина, груша. Немножечко и немножечко любви. Это один из таких примеров и вашей консервации, причем таких витаминизированных примеров. Чем натуральнее, тем лучше. Замечательно. В общем-то, с такими хозяевами, уверена, наше население без витаминов зимой не останется. А вот весна в душе уже совсем другое дело. Когда вокруг цветет лаванда. То ты слышишь этот аромат? Еще бы. Олег, расскажите, почему решили заниматься нынче модной, популярной лавандой? Благодаря семье, наверное, и Анжеле Ильичне, это супруга, она больше занимается у меня декоративных культур. На нашем участке, который мы 50 гектаров имеем, да, ну, оказалось, кусок очень песочный, такая, ничего там не росло. Посадили лаванду. Она прекрасно себя чувствует на песках, засуха ей не требует ни полива, ни такого ухода. Чуть-чуть желание ходить, любоваться, растет прекрасно, чувствуется прекрасно. Поэтому... Получился уголок Прованса в Гомельской области. Знаю, что он сегодня пользуется спросом и для фотосессий, но ведь и не только. Ну, в дальнейшем мы планируем садить больше участки лаванды. Может быть, даже выйдем на рынки с разными маслами, с разными... нашей продукции, этой лаванды. Да. То есть это будет переработка в том числе? Переработки, да, да. Это все в думках. Ну, посмотрим, как будет. Ну, а пока лаванду реализуете для декоративных целей? Ну, только для декоративных. И все же основной упор на саженцы плодово-ягодных и декоративных растений, деревьев. Как много сортов сегодня в вашем питомнике? Ой, в питомнике сортов очень много, которые пользуются спросом, которые мы реализуем, которые мы только держим для нашего интереса, для нашего испытания, да, который проверяем, выдержат они наши зимы, наши перепады, которые вкусные, невкусные и так далее. Это перечислять очень много, более 45 сортов яблок, по-моему, около 17 сортов груш, там черешни, вишни, персиков и так далее. Всяких декоративных культур, как ведь юка, туйки, пионы древовидные, которые сейчас мода. Что, кстати, спрашивают. Пользуется наибольшим спросом у гомельчан, жителей области? Знаете, спросом... Спрос на все есть. Дело в том, что делится на две части. Да, некоторые больше спроса более ранних сортов яблок, груш, которые люди были обмануты несколько лет назад, купившие саженцы разных сортов, они оказались только зимние. Да? И сейчас они хотят обновить свой сад, и спрос больше на ранних сортов. Олег, знаю, даже вывели для себя формулу правильного приусадебного участка. Я сейчас говорю о деревьях, которые должны там находиться. Вот без каких не может быть уютного, комфортного участка? Понятно. Участок надо сперва узнать, где он находится. На влажном, на грунтовые воды близко или далеко, чтобы знать, что сажать на участке. Потому что вишня, черешня, она боится влаги, да, грунтовых вод, она погибнет. Поэтому, когда люди приезжают в питомник, спрашиваем, где ваш участок находится, как вы планируете. Даже мы сейчас пробуем делать разные проекты посадки саженцев, декоративных и так далее. Это очень важно в посадке сада. То есть в дальнейшем, я так понимаю, планируете оказывать услуги еще и по оформлению приусадебных территорий, ведь так? Так, мы сейчас, Анжела Ильична, это супруга, я очень ее люблю, она занимается этим делом. Но в дальнейшем надеемся оба, что дети вырастут и будут в дальнейшем
делать это с удовольствием. И в том числе оказывать вот такие консультации по оформлению. Ну, для вас, я так понимаю, как и практически для всех участников сегодняшней программы, это дело семейное. Кто за что отвечает вот все-таки? Как-то разделение есть труда? Дело в том, что дело, да, семейное. Я с маленьких лет, это отец, дай бог ему здоровья, учил меня садить этих деревья. У нас в огороде ни один саженец не был посажен без детей. Да? Отец копал эти ямы, а мы, дети, держали чуть-чуть земелки и так далее. С этого, с того пора... Были приучены уже с раннего детства. С того пора, да-да-да, мы привыкли и любим эту профессию. Отвечает, скажем, я, чтобы не скрывать, более за бумажным волокитой, жена за устройство. Красотой занимается. Устройство, да, территории. Фермерское хозяйство «Дебуляк» трижды становилось обладателем диплома областного конкурса «Предприниматель года». Олег, в чем секрет, по-вашему? В том, что в Гомельской области есть очень развитые, очень умные, очень, скажем, такие мощные фермерские хозяйства, которые могли бы стать обладателем этим призам. Но, наверное, благодарство покупателям, жителям области и везение. А тем временем я вижу, что Татьяна уже готова к презентации фруктового букета. Татьяна, ну а пока буквально коротко поделитесь информацией, когда же поняли, что фрукты и овощи можно не только с успехом употреблять в пищу, но еще и делать из них прекрасные букеты? Я могу сказать, что все очень началось спонтанно, как всегда и начинается у людей с интересной задумкой. Я думаю, что я не первый человек, кто додумался до такого. Просто однажды мне пришлось сделать подарок человеку, который очень любит зелень, очень любит те же яблоки. И первый мой букет был яблоки, груши, очень много петрушки, прям такой целый пучок. И я вот с этим всем, я где-то подсмотрела в интернете, что что-то такое есть, что-то такое осматриваю, что-то вот как-то собирают. И я решила, что дай попробую. Просто я думаю, что я удивлю свою подругу. Я сделала это все. Все это ей запаковала, принесла. Она была, конечно, в неописуемом восторге, потому что она не ожидала такого подарка. Она с ним пошла. Они с молодым человеком в тот же вечер его разобрали. Они его съели. Съели в тот же вечер? Да, в тот же вечер. Ну, мне бы, наверное, было просто жалко разбирать такую красоту. Просто беспощадно съели. Вот. Ну и потом как-то могу сказать, что... Просто начала делать для себя, просто для интереса. Я приходила вот на те же рыночки, какие-то магазины, и у бабушек в сезон, это было как раз лето, покупала какие-то интересные, именно вот красивые фрукты или красивые овощи, и пыталась дома по цветовой гамме как-то, по какой-то тематике их собирать. То есть на 8 марта и другие праздники у вас проблемы нет стоять в очереди за честно букетом говоря, для близких, да, родных, да. И если коллег. Если бы попросил кто-то именно в праздники, я думаю, что проблемы не возникло бы. Татьяна, вот. Сначала было идея, а потом уже вы поняли, что это еще и гиперпопулярное, распространенное в той же Европе направление. Честно говоря, да, потому что я когда собирала первый букет, я даже не думала, что это кому-то может быть интересно настолько. А потом, когда моя подруга, она фотограф, и мы как-то делали букет и фотографировались с ним в студии, и после этого, когда люди на фотографиях увидели букет, они очень часто стали писать мне и спрашивать, что это настоящее, это можно есть. И вот уже, наверное, после этого как-то больше и больше получилось у меня вот этих идей в голове. И, соответственно, заказов, наверное, немало уже, да, на такие я креативные не могу сказать, букетики? Я что у меня как коммерческое все-таки занятие. Пока больше для я души. Еще занимаюсь для души, да. Если кто-то из знакомых, конечно, просит, то я могу сделать для того, чтобы они могли удивить своих друзей или родственников на какой-то праздник, да. Но так, чтобы я каждый день сидела и принимала заказы, вот, пожалуйста, да, конечно, я вас запишу. Нет, такого нет, я просто человек, который работает, это мое хобби, скорее, занятие для души, для свободного времени, вот как. В качестве материалов для букетов используете абсолютно все сельхозпродукты? Честно говоря, когда я только начала этим заниматься, мне казалось, вот, интересно будет, наверное, фрукты составить в композицию. Но когда я стала летом приходить на рыночки и все чаще и чаще присматриваться, что же там появляется, то меня почему-то больше заинтересовали именно овощи и сочетание овощей в букете, мне кажется, более интересным, более необычным, потому что
Да даже когда я начала их собирать, я начала кушать больше каких-то интересных овощей. Те же брокколи, цветную капусту. Приятно и полезно. Собираете букет, тут чищенная морковка в руке. Кстати говоря, сегодня в студии вот овощи из Реческого района. Я думаю, Татьяне чтобы, будет абсолютно чтобы использовали с удовольствием. И картофель, и лучок, и морковочку. Наверное, в ход пошло бы все. Морковь, да, конечно, и картофель, и морковь у меня появлялись в букетах, просто морковь настолько большая, вы же учтите, что это все, если собрать, то... А если карвинг, еще одно направление задействовать? 4-5 килограмм в руке, немножечко, да, тяжеловато будет носить человеку, поэтому все-таки нужно стараться как-то их более легкими выбирать, все-таки эти овощи, фрукты. Тогда полегче его нести будет. Ну что ж, давайте нашим телезрителям представим этот букетик. Созданный прямо сейчас в эфире. Да, гомельских фермеров Гомельской области и Татьяны. Как вам, Леонид, Виктор? Сложно было на ходу придумать что-то, потому что я частично взяла какие-то свои фрукты дома, которые сейчас вот по сезону, это и хурма, и вот начала появляться уже фейхоа, мое любименькое, гранаты очень красивые получаются в это время года, но яблоки, вот груши, они прекрасно дополняют такие букеты, все-таки они осенние такие, и хочется... Они даже прекрасно пахнут, я вам скажу так. Уважаемые гости, ваши впечатления, как идея? Может быть, пора и вам заняться созданием букетов? Нет, мы будем первые, которые закажем такой букет для наших мам, наших жен. Мы предоставим комплектующие. Да. Комплектующие жена, совершенно верно. Букет из томатов, Леонид, правда? Это же тоже вполне реально. Ну, согласен. Тем более, что есть и черри-томаты, которые, значит, сами по себе, они уже практически букет. Томат, моцарелка где-нибудь, да. Базилик на веточке. И, пожалуйста, вот тебе практически закуска, правда? Это уже настоящий намек о том, что, друзья, добрый вечер, Гомеле, пора ужинать. Уважаемые гости, спасибо вам большое за интересную беседу, за хороший пример, за такую красоту в нашей студии. Доброго вечера вам и вашим близким, успехов вашим предприятиям. Доброго вечера вам. Спасибо. 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 Всего хорошего.